Здравствуйте, друзья. Нахожусь я сейчас у друга в Ленобласти. А вот у него грибосяны. Значит, и псковские грибы пошли. Раз здесь под березы какие тоже валят. Он говорит, еще нашел подосинок где-то. Завис у него стоит, а? Ой, красавцы, смотрите. Красавцы какие. Вот. Вот. Еще он маленький спрятался. Маленький какой-то спрятался. Здесь в пруду карась водится здоровый. На килограмм, на полтора точно. Я его видел. И опять все, видите, зарастает. Я в мае ему все здесь почикал. У нас сегодня туман. Среди ночи я проснулся. И не понял. 5 утра, по-моему, встал. Все было как молоко. И сейчас, в принципе, ну не так, конечно. Красавца нашел. Вкусняшка. Друг дал добро на срезку грибов. Опа. Сейчас приготовлю жареную картошечку с отварными грибами. Пожарим все это дело. Правда, у меня нет, как всегда, лука под рукой. Репчатого. Так, здесь у нас что? Здесь у нас не алё, подосиновки не алё. Пускай дальше распыляют мицелии. Здесь тоже не алё. Пойдем. Опа. Смотрите, я не видел. Какой красавец. Нашел волнушки. И даже кто-то ходит. Тропа намета. Сейчас мы это дело перепрыгнем. Опа! Перепрыгнули. Вот как добраться до подосиновика. Ой, чача, блин. Утонул. Утонул. Ногу отдай. Отдай ногу. Куда он забрался-то, наш красавец? Ай, вот такой красавец. Как теперь вылезать? Так, главное назад не уйти. Это я буду весь мокрый. Хотя я уже от росы мокрый. Но как-то не хочется полностью искупаться. Вот еще красавцы у нас, да? Вот еще красавцы. Опа. Еще красавец. Ху-ху. Опа. Еще один красавец. Короче, здесь грибов у него прилично. Вот такой улов. Сейчас грибочки помоем. Вот полная кастрюлька, по-моему, она полуторалитровая, не влезает. Сейчас приготовим вкусную русскую еду. Грибосяны с картофаном.
Он уже готов. Отварился. Топсковский. Я захватил с собой к другу. Угостить его. Вот у нас тут такие походные условия. Ну, ко дну-то пригорело, как всегда. Ладно, мы же не суп варим. Мы это дело сейчас сольем, почистим картофанчик, опа, увы, у меня сотейника нет с собой, и друшлака тоже, приходится вилкой вылавливать, чтобы меньше воды было. Ну здрасте, я ваша тетя. Вкусняшка. А все-то не влезет. Оставим на второй заход. Надо сказать, что зверел вилкой по сковороде тефлоновой. Но это уже сковорода, похоже, свое дело отслужила. Приехала сюда, как говорится, в деревню. Мы на самом деле находимся в деревне. Далеко от Санкт-Петербурга, на левой стороне реки Нева. Ну, блин, все мне, а? Маслом. Не рекламирую масло, ни в коем случае. Даже вам этикетку не покажу. Друзья, приятного аппетита. Грибы готовы. Можно кушать. А я пошел дальше.